В настоящее время в мире не существует ни одного лекарственного препарата, эффективного для терапии GM2 ганглиозидозов. Ганглиозидозы GM2 – это не одна легковесная болячка, это группа из трех родственных генетических заболеваний. Данное прогрессирующее нейродегенеративное нарушение в классической инфантильной форме обычно приводит к смерти в возрасте 2-3 лет. Оно развивается в результате дефицита или недостаточной активности фермента, необходимого для метаболизма ганглиозидозов. Это такой фермент, который присутствует в нормальном состоянии у человека и животных, и который отвечает за расщепление определенного субстрата, который называется GM2 ганглиозид. Если этого фермента нет, то расщепление не происходит, этот субстрат накапливается в клетках, и преимущественно в нервных клетках. Из-за этого происходит нейродегенерация, то есть нервные клетки умирают, и у человека развивается инвалидность. Разработка генного препарата нацелена на заболевания, которые возникают из-за дефицита фермента, что приводит к разрушению нервных клеток. Вследствие этого развивается нейродегенерация и нейровоспаление. Особенность заключается в том, что старт болезни может наступить как при рождении, так и в подростковом и взрослом возрасте. Есть три фенотипа, которые отличаются тяжестью заболевания и возрастом начала. Это зависит от остаточной активности фермента. То есть фермент может вообще не быть, может быть немножко быть, может недостаточно быть, допустим, и из-за этого человек, в принципе, может развиваться нормально до определенного возраста, а потом уже может начать. Над разработкой генного препарата для лечения GM2 ганглиозидозов Алиса Шеймарданова работает уже 4-й год. В результате реализации проекта может быть разработан первый в мире препарат, который позволит остановить прогрессирование заболевания. На сегодняшний день показан функционализ генетической кассеты, используемой для создания генного препарата на клеточных культурах и мелких лабораторных животных. После получения этих результатов был улучшен дизайн генного препарата и разработан новый вектор на основе вируса 9-го серотипа. Это специальные вирусные векторы для доставки генов. Рассмотрим на примере. У человека мутантный ген, ему не хватает здорового продукта этого гена. Поэтому в аденоассоциированный вирусный вектор вставляют ген вот этого недостающего белка или гены, в нашем случае два гена отвечают за продукцию белка, и вводят либо внутривенно, либо интратекально прямо в спинномозговую жидкость. И этот вирус, он попадает в клетки. Но вирус, он специальный, модифицированный, то есть он не приводит к иммунному ответу, к любым побочным эффектам. Он просто доставляет трансген. Далее в клетки организма попадает этот ген, они начинают синтезировать недостающий фермент, вследствие чего он расщепляет субстрат GM2 ганглиозид. Из-за этого процесса клетки очищаются, и сам человек может излечиться, или, по крайней мере, заболевание может приостановить свое активное воздействие на организм человека. Однако данный препарат можно вводить не чаще, чем раз в полгода или год, в зависимости от ситуации. Мы планируем сделать пилотные доклинические исследования на крупных лабораторных животных. То есть мы уже разработали генный препарат, мы хотим протестировать это на животных. То есть ввести интратекально и посмотреть, насколько эффективно, функционально это все будет. По словам Алисы Шеймардановой, недавно общими усилиями было получено 2 патента на изобретение Российской Федерации. Также результаты исследования были представлены на международной конференции, организованной Европейским обществом клинических исследований, которая в этом году проводилась в Италии. Карина Саяхова, Универньюз.